Виталий. Когда ты что-то записывал, я тебе еще не запрещал записывать. Что не надо, не надо, там, что другое. Сокращай, говорил, что сокращай там. Ничего не говорил. Не говорил. Прямо напрямую сегодня вопрос себе. Утром ты меня записывал здесь и выставляешь коротенький такой от 4 болезней. Да. Ну ты бы хотя бы посоветовался, сказал. Теперь я отвечать людям. Люди, ну, можно предположить, что. А о чем речь идет? Дело в том, что ни от одной болезни то, что ты увидел, не лечится, потому что до конца показал-то. А еще будет еще ролик когда-нибудь? Ну, значит, не годится, туда не годится, придется убрать. Ла, хорошо. Убрать, сделать полную, которую ты снимал. Не, там не показано, как я хожу на коленях, а это основная часть. Все будет. Вторая, которая сзади поджимаю, вот вторая не показана. Будет, будет. Ну и третья, самое главное, что я освещенной водой протираю и крещу. Угу. И сразу картина меняется резко. Тут вроде бы от 4 болезней, 2 смертельные, а все, ничего нигде нету. Люди говорят, может я болею этим? Давай так это подумаем. Я не знаю, ну как можно было так, когда ты меня в приемной снимаешь, когда меня еще врачам не показали. Это не действительно. Я прошу больше не делать так. Нет. Должно быть. Такое? Я по-другому назову его, а тот основной вот так и назову. Мне название это твое дело. Но дело в том, что ты даже от одной-то болезни не показал. Третью часть. Самое основное это выпущено, люди говорят, а какое лечение-то? Как раз вот легкая болезнь, колени. Я только для колена-то, они не сгибаются, это стерли, все то другое. Но мне это помогает. Неделю я почти не делал, и чувствую прям заметно, как я попятился назад. Потому что, как же так, ты меня, ну, можно сказать, почти подставил. Ничего дальше-то нету. Я договорились, заправьте там, да, зайдем на Голгофу, брат, я все посмотрел, хорошо. И главное, тронулись с места, вот что главное. Зайдем и стоят на месте, не идут, а тут именно идут. Ты там дирижируешь, ну, я эту песню люблю очень. Очень даже. Автор, кажется, Проханов Иван Степанович где-то. Так, договорились? Ты всегда, когда тут непонятно, обрезан, скажи, а тут не будет ли неполное? А раз неполное, значит, ничего и нету. Они понимают, для того, чтобы смотрели, люди называют. Такого никто никогда не видел и показывает. Геннадий Тихонович, простите. А, вы снимаете. Две бабенки идут по... Их обгоняют. Совершенно голые. Такого не будет. Но такие слова говорит, увидите, кого еще смотреть-то там. Там, ну, ничего нету. Совершенно голые идут и сзади фотографируют, машины проходят. Уж там такое, надо название такое. У меня название, как есть, собрание, утреннее моление. Это никого не привлекает, может быть, но соответствует действительности. Евангелие не меняется, Библия не меняется. Понял? Угу. Претензий у меня к тебе нет, я понимаю, там всегда коротко, следом за ним идет там Андрей Ткачев, там еще один что-то говорит. Но она должна быть мысль, доведенная до дела. Я попробовала что сделать? Никак. Если по-другому не проходит, значит в другом варианте где-то сделать. А это ничего и нет, обман. Болезнь, и ничего нигде нет, и люди понимают, я обманщик. Ну да. Надо... Тебя-то там ни разу не показал, но я не показал. Надо название. Просто для колен, вот коротенький. И за колен. Вот это, что я показал, третья часть. Я дальше-то, когда уже вот так завил-то, ты это не показал. И третья, завершающая эта часть, я хожу на коленях. Если уж что-то и четвертая часть, освященная вода они не видят. Я дальше смазываю и крещу. Вот суть-то где. Поплыл. Понятно? Фактически ты четвертую часть, даже не третью показываешь. Ну и то непонятно. Будет, что? Будет, Игнатий. Подбору, попозже, там... попозже. Теперь что там ролики говорят, люди с этим пытаются, а там откровения считают. Вообще, яму ты выкопал мне, считай, сам упал. Они к словам этим прислушиваются, никак не могут связать. Какие слова? О чем речь? Речь идет о откровении, считают. Я на коленях ползаю. Ну что ты, Виталий? Ты просто обдумал, на тебя это уже пришло.
Я думаю, ну чем я ему не угодил, Виталий, да? Я уберу его вообще. Это только ты сильно хотел меня скомпрометировать, сильно-сильно. И задавить вопросами, которые ко мне лезут, и татары, там, и узбеки, все лезут, и болеем, покажите как, чего, да вам слова не понимаю, ой-ой-ой, Виталий, освободи меня, так они теперь скопировали, теперь надо гоняться за ними. Сейчас начнут. Ну ты меня построил, говорит, козу. Ладно, за стол будем садиться, все равно видеть надо. Дальше не видели, я ушел, все, больше половины ведерка набрал малины здесь. Теперь было